Я Алиса, студентка второго курса Луганского государственного медицинского университета. Я с Макеевки, Донецкой области. Находясь на оккупированной территории, там, где я живу, я до последнего не хотела уезжать, так как там находятся родные стены, родные люди. Но мои родители и я решили, что будущего там нет. Мне хотелось иметь какие-то социальные гарантии для того, чтобы иметь стабильную работу, стабильную заработную плату, чтобы иметь уверенность в завтрашнем дне. Очень рада, что поступила именно в Украину, в этот университет. Я вижу, как он развивается. Мне дают каждый месяц определенную финансовую помощь, также продукты. То есть я не чувствую себя какой-то обделенной. Я уверена в том, что здесь более стабильно и в плане обучения, и в плане дальнейшей жизни. Я в любом случае планирую будущее также строить именно в Украине. И профессию, конечно, хотелось бы получить в украинском вузе и работать в украинской больнице и развиваться.